Вот, смотрите, Bluetooth-колонка с символикой голоса. Это значит от перекрестка. Поиграли, выиграли. Распаковываем, смотрим. Ого, что здесь? Во-первых, здесь уже спойлер, показано что да как. А мы сейчас это проверим. У нас AUX-провод. Что еще? Micro-USB кабель для подключения, для зарядки. И у нас сама колонка. Вот, сейчас мы ее, собственно, проверим. Так, это такие кнопки, они тонкие, но кнопки, не сенсорные. Включение-выключение, громкость, и здесь даже можно принимать звонок. Вот, и останавливать музыку. Вот, 5-вольтовая или ваттная, да, вольтовая, я знаю. Вот, и провод AUX. Давайте проверим, что еще здесь есть. Инструкция. Инструкция, очень интересно, есть ли русский язык в этой инструкции. Да, русский язык, вот, инструкция на русском есть. В общем, есть, выиграете, увидите. Вот, дальше проверяем. Музыку, давайте подключим музыку сразу же. Так, очень упруго вошло. И здесь тоже включили. И, значит, что у нас здесь? Нужно найти какую-нибудь музыку. Вот, music. Все, скриптонит. Это я еще когда слушал скриптонит, и будем слушать скриптонит. Включить. Никто не включил колонку. А, она полностью разряжена, похоже. Ну вот. Получается, все остальное мы с вами услышим позже. Все. Ну что, продолжаем наш обзорчик. Значит, зарядили колонку. Может, она и в прошлый раз была заряжена. Она включается долгим нажатием. Все, включилось. Телефон, пожалуйста. Пошел поиск телефона. Ищем. Можешь паузу? Значит, после включения двойное нажатие, короткое, двойное, активирует Bluetooth, поиск по Bluetooth. И сейчас мы... Где музыка здесь? Ага, включим что-нибудь. Ага, что-нибудь еще. Do you want to go to the seaside to love you any kind of way? Ага, и что-нибудь еще. Ну вот такая колоночка.